Добрый день, дорогие зрители, и вы снова на канале Фордмаг. И сегодня в этом выпуске реакции мы снова постараемся не засмеяться и удержать свои лицевые мышцы в полном порядке. Вас наверняка заинтересовал вопрос, что я делаю и почему настолько спокоен. Все очень просто. Перед просмотром новой подборочки «Засмеялся, проиграл» я решил посмотреть так много АСМР и так много успокаивающих видео, что теперь я вошел в полный дзен. И ничто не способно меня рассмешить. It is Wednesday, my dudes. You idiot! Ну ладно, кого я обману? На самом деле мне очень хочется получить большое количество позитива и постараться не засмеяться. И в этом нам сегодня поможет новая подборочка от канала... Смешно вам, да? А мне что-то не смешно. Ну что же, я готов, надеюсь, и вы тоже готовы. Держите свои лицевые мышцы под контролем. Обязательно пишите в комментариях, кто засмеялся, а кто нет. А мы приступим. Поехали! Три, два, один, погнали! Твари ебаные. Знаете, вам второй подарок ебаный в рот. Идеальный баланс. Мать твою. Опачки. Быстро ты так ретировался. Временно. Я, блядь, тут ни при чем, а 100% тебе говорю. 400. Да твою мать! Рублей поставлю, то не я, нахуй. Сука. Снять тебя. Так, ладно. В этот раз спокойно, спокойно. Держись, Влад. Excuse me, what do you do for a living, man? I invest in stocks, man. Stocks? That's cool, bro. That's cool. Can you give me a push real quick, bro? Yeah, I got you. Holy shit. Ладно. Shaping new tomorrow. Ни хрена себе, ассасин в реальной жизни. Чувак, пожалуйста, не шлепнись, умоляю тебя. Но это не столько смешно, сколько круто. Реально, чувак шарит в паркуре. Вау. Это тоже охренительно. Мать твою. Тире, слов, начинающихся на А. Да не дурная эта затея, короче. Дурная затея, блядь. Да. Покажу вам эти яйца, вы поставите лайк. Мне получилось открыть ей рот. Всем тихо, ребят. Просто шикарно, ребятки, вот так вот делаем. Многоходовочка, люблю такое. Амфибия, прикольно. Not bad. Now you...
мило, мило, это еще это... Как можно их бояться, твою ж налево? А теперь немного урбанистики и городских вывесок вам. Зачем, ментовка что ли? А, нет, это инструменты. Чёртовы реалистичные торты. Бедный кот. Я представляю себе, как он испугался. Вдруг это девушка была? Нет. Шметанка. Чё, протухшая? That's safe, молодца. Молодца. Антибан ругаю. Да ну нахрен. Всё, не буду сдерживаться. О, обожаю эту песню. Пополам с Рикардо Милсом наконец-то, блядь, нашли на клавиатуре знак вопроса. Но зачитывать я его все равно не буду. Потому что я вредный и картовый хуй. Вот так, живите. Not bad. Реально, неплохо, неплохо. Алло! Алло, простите, все динозавры сейчас заняты. Что ты делаешь? О, подождите, вот один как раз подошел. Джордж, это тебя. Христос воскрес. Помним, помним из-за... Ах, подборочки, what the fuck. Поставь тут! Давай ставь тут! Да это сок! Разберемся! 102 детали. Значит, здесь я качать ничего не хочу. Здесь. Ты мою мать! Ты чего? Ты чего, сука? Я же крафчу! Ты вообще что ли? Ладно. Алиса, а какой сейчас курс доллара? Я тебе что, робот, что ли? Мудак ты долбанный. Не злите Алису. Да отпустите вы, бедное животное, господи. Нихера не вижу. Свечки все закончились, я ненавижу. Бля. Охренеть, вот это я понимаю, блин, крепкое плечо. Я, блядь, в твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет, блядь, проживаю на триллионах и триллионах. Ничего себе. Дайте угадаю, это Австралия? Женитесь. Только время потеряете. Ну, а дошик-то вы себе и сами сможете заварить, да? Тут нравится робот? Точно нравится. А хочешь к Паше? Ах, Биби-2, что ж ты твоя... Что ты мне напил, бля, долбоёб? Нет, неправильно. Вот это истинный мастер. Оу, блин. Кто-то явно в зюзю. Капсула с порошком, блядь, застряла и не отдает свои питательные элементы в одежду, блядь, а просто тут нахуй чилица лежит. Иди и работай.
Зашибомба? Ну что ж, ребята, да, я проиграл, но, черт подери, я вообще об этом не жалею. Подборочка вышла просто топчик. Ржачных моментов просто вагон и маленькая тележка, но больше всего меня рассмешили несколько моментов, такие как, например, момент с удивлением Куплинова по поводу беременности, забавный случай в зале единоборств, походу этот чувак теперь летел под песню Shooting Stars, ну и момент с лжекотом. Как живой, ну сука, не живой, ебать! Ну а тебе поставлю данному ролику огромный респект и угарнейший лайк, огромнейшую дозу позитива я получил благодаря данному ролику, блин, поржал от души. И теперь с нетерпением буду ждать новую подборочку от Союза Смеха. Ну а на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков, жмякайте на кнопку колокольчика и подписывайтесь на канал Союз Смеха. Всем удачи и всем пока!